Друзья, с вами Серафима Морозова, и я представляю свой канал «Здоровый с нами», на котором мы знакомим вас со оздоровительными практиками и в основном, как можно лечиться дома. Сегодня я вот выхожу второй день из голода. Утро я сначала выпила кислую воду, то есть, как говорят, мертвую, да. Ну, сначала я масло пососала, почистила рот, полость рта, потом вот выпила кислую воду, а сейчас я буду готовить гранатовый сок. Я его разбавлю водой и буду пить. Для этого у меня один гранат. Кожуру вот я приготовила. Потом я ее хорошенько очищу и высушу. Это у нас будут гранатовые корки. У нас есть на канале ролик, как правильно принимать гранатовые корки, потому что это самый лучший антибиотик, особенно при отравлении. Что у нас? Вот соковыжималка шнековая. И мы будем готовить сок на ней. Я, правда, ни разу гранаты не давила. Не знаю, как это будет. Но я думаю, что будет нормально. А что, не слышен? Вот здесь вышло 200 грамм сока, и теперь я его разбавлю пополам и выпью. Подожди, подожди, подожди. Пожалуйста, подождите, идет очистка. Вот я добавила сюда 100 грамм и 200 грамм этого сока. Вот это вот я выпью, но не так быстро, потихонечку. И что я хочу сказать. Вчера я себя чувствовала прекрасно, хотя я всего 4 раза выпила сок. Из них 3 раза разбавленный и 2 раза не, и 1 раз не разбавленный. В основном я пила морковный сок. Потом в конце я добавила немножечко свеклы. И пила я по полстакана, то есть не стаканами, не такими большими дозами. И вечером я выпила имбирно-лимонный чай с медом. Вот. Оставайтесь на нашем канале, смотрите наши ролики, подписывайтесь. Спасибо!